Невероятное признание Мадонна показала, как превращается в блондинку автор 23.03. 2019 Мадонна поделилась в сети неожиданным откровением. Королева поп-музыки решила раз и навсегда прекратить споры по поводу ее естественного цвета волос. Она опубликовала видеоролик, на котором запечатлен процесс укладки светлого парика на ее темные волосы. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Как оказалось, естественный цвет волос Мадонны далек от блонда. Видимо, певице надоели постоянные споры поклонников по поводу натуральности ее шевелюры, поэтому она решилась на такое признание. Многие годы поп-дива придерживалась образа блондинки, и все отступления к темному оттенку волос, по ее словам, были созданы при помощи париков. Почему Мадонна решила отказаться от такой легенды, неизвестно. Но откровенность знаменитости вызвала бурю восторга среди поклонников. Хотя большинство из них не раз выдвигали версию, что певица на самом деле брюнетка, ее признание произвело ошеломляющий эффект. Причем, судя по комментариям, фанаты давно ожидали, что Мадонна все же признается в ношении парика и, наконец, дождались. Несколько дней назад поп-дива опубликовала в своем инстаграм-аккаунте черно-белое фото, на котором позировала с темными волосами. Тогда поклонники предположили, что таким образом Мадонна анонсирует новую композицию клип, в котором выступит в роли Белоснежки. Но, видимо, это были первые робкие попытки признания. Поклонники очень обрадовались такой новости. «Я так рада узнать, что твои волосы парик и ты не портишь их постоянным окрашиванием, больше видео с черными волосами. С ними ты гораздо ярче», такие восторженные комментарии оставили подписчики микроблога звезды. Что удивительно, Мадонна и раньше выкладывала фото с черными волосами, но фаны были уверены, что это парик. Хотя выглядела она более естественно, чем светлая шевелюра. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка.